Интересно, дальше у нас построена новая история там. Сейчас туда я тоже попадаю, иногда покупаюсь с увольнением Марины Лошак. Потому что я тут видел это в Фейсбуке у Анны Нарезки, которая должна была знать. Я знаю, что она знает. И я перепостил без ссылки. Неправильно. Да, а оказывается, что она еще не уволена, у нее просто истекает в месяц контракт. И она пока на месте. Да, это было неправильно. С моей точки зрения, винюсь, признаю.